Здравствуйте! Создавать красоту – приятное занятие, а делать это вместе с профессионалом приятнее вдвойне. С вами «Декоративные страсти» на Рика ТВ. Сегодня с нами работает дизайнер Айнур Раскельдина. Айнур, спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Вот строим дом, и в первую очередь мне нужна кухня. Угу. Вот кухня, чтобы современный дизайн. Здравствуйте, Гульбаршина Пак. Сначала с вами поздороваюсь. Спасибо, что доверяете, что обратились. Стараюсь вам по максимуму помочь. Сколько людей будет проживать в этом доме, это самое главное. Ну, у нас большая многодетная семья, много внуков. Надеюсь, летом они будут все здесь. Так что мне нужна функциональная, комфортабельная, очень такая практичная, хорошая кухня. А у вас есть предпочтение к какому-то определенному стилю? Стиль, наверное, современный дизайн, современный классика, скорее всего. Более светлые тона, но не слишком ляписто, ярко, то более спокойные. Меня и Айнур вдохновило витражное окно, которое внесет не последний вклад в будущий интерьер. Я хотела у вас спросить, как вы планируете обыграть это красивое окно? Оно мне очень нравится. Витраж, ну я, наверное, здесь солнечная сторона будет, пока навес построим. Здесь нужен текстиль, наверное. И еще это жалюзи, наверное, может. Но только не вот эти, как горизонтально, а вот сплошные. Ну, что предложите? Напольным покрытием будет служить керамическая плитка. Полы с подогревом, поэтому выбранный вариант очень удачный. Радует тот факт, что в нашем городе с каждым разом выбор отделочных материалов становится все шире. Чуть позже в салоне «Керамир» мы познакомим вас с ассортиментом керамической плитки. А есть цвета, которые вам не нравятся? Резкие, яркие, сочные такие. Кислотные, оранжевые, такое мне нравится. Мне нравится более спокойно. Может, где-то оливковые, где-то, я не знаю, беж. Это уже, по-моему, это уже классика везде есть, но, по-моему. Ну, может, чуть-чуть отойти от этого. Общие задачи поставлены, детально все будет складываться в процессе визуализации. Айнур приняла пожелание нашей заказчицы Гульбаршин, и у нее возникла уже некая картинка, как все это будет выглядеть. Но чтобы закрепить все эти знания, мы отправляемся в салон «Керамир», а затем в салон света интерьера «Абажур». Если хочется приятных перемен, приходите к нам за вдохновением. В магазине «Керамир» широкий выбор коллекционной плитки, мебели для ванных комнат, смесителей, аксессуаров, керамогранита, прямые поставки, кредит и рассрочка, дизайн ванной комнаты в подарок, скидка 15% на весь ассортимент. Для оптовиков специальная цена. Настроение создает комфорт. Магазин «Керамир», Санкибе Батыра 1, здание ПУШ, телефон 41-50. 57-79. В магазине «Керамир» вместе с дизайнером Айнур Раскельдиной мы выбираем напольное покрытие. Я вот считаю, что напольное покрытие – это начало-начало. Да? Потому что вот от этого момента точка отсчета, в общем, отталкиваемся. Да, конечно. От чего отталкиваешься ты? Я так понимаю, что-то вот здесь. Просто мы так встали, да, чтобы, дорогие друзья, вам было более-менее видно. Поэтому мы разделились на два берега с Айнур. Я не хочу делить напольное покрытие на зоны, как мы привыкли. Да. Зоны столовой там одно, а кухонное. Тут, да, кухонное другое. Да. Хочется все единым. Полотном, да, чтобы визуально это увеличить, тем более кухня там очень большая, красивая, просторная, и вот эти вот витражные окна, да, чтобы свет падал, и решила остановиться вот именно на этих плитках. То есть, получается, у нас есть светлое и светлое. Да. Да. Светлое и светлое. Мы выбираем между светлым и светлым, решила остановиться более на темном цвете. Вот так, то есть бежевый, более такой мягкий, да? Чтобы такой теплый свет, теплое помещение. Все, Гульбаршина Апа как раз это проговорила, вот про этот момент. Так что выбираем вот эту плитку и создаем визуализацию именно такой большой светло-теплой комнаты.
У нас с Айнурой очень хорошая работа. Мы не только помогаем людям, но мы еще тут и подкачиваемся. Держать нам нелегко, поэтому быстренько все расскажем. Это у нас будет фартук. Фартук. Все. Фартук на кухне. Нравится текстура, потому что она идет более как под мрамор. Да. И по цвету как раз то, что просила Гульбаршина папа. Какие-то бежевые оттенки. Да. И плюс напольная плиточка, которая... Да, напольная плиточка подходит. Плюс размеры. То, что нравится, это размеры. Размер 61-60. Не мельчить, да? То есть не любишь мельчить. Да, как раз идет вот под фартук идеально. Будет смотреться тоже как вот одним таким полотном, да, наверное? Да, единым. Минимум швов. Да. Ага. Кстати, одно время было очень актуально, когда много швов, вот мелкие какие-то, да, вот там вплоть до мозаики. Сейчас переходим на более габаритные, понимаю, так, элементы. Я вот по поводу ухода, как она в уходе? Ну, в уходе проблем нету по уходу, конечно, это глянется, его легко ухаживать, мыть, легко ухаживать любыми средствами, то есть тут... Никаких проблем с этим нет. Все отлично. Но, как, наверное, в любом деле, главное не запускать, да? Да, вовремя. Вовремя все делать, и все будет хорошо. Если вы решили делать ремонт, приходите к нам в шоурум. Мы поможем вам выбрать керамическую плитку и сделать визуализацию вашей ванной комнаты. И вы заранее увидите, как это будет выглядеть. Если хочется приятных перемен, приходите к нам за вдохновением. В магазине «Керамир» широкий выбор коллекционной плитки, мебели для ванных комнат, смесителей, аксессуаров, керамогранита, прямые поставки, кредит и рассрочка. Дизайн ванной комнаты в подарок. Скидка 15% на весь ассортимент. Для оптовиков специальная цена. Настроение создает комфорт. Магазин «Керамир», Санкибе Батыра 1, здание ПУШ. Телефон 41 57 79. Вместе с дизайнером Айнурой Раскельдиной мы в нашем любимом салоне света и интерьера «Абажур». Дорогие друзья, прежде чем мы расскажем о своем выборе, я хотела бы вам напомнить, что здесь вы можете найти все для того, чтобы сделать очень хороший ремонт и обустроить свой дом. Здесь есть мебель в большом ассортименте и, конечно же, на заказ. Здесь есть посуда, камины, люстры, торшеры. И, конечно же, одежда для стен, это обои. В нашем случае, вот Айнур долго перебирала каталоги, потому что выбор огромный, но задача стояла у нас классик, современный. Да, выбор очень большой. Сделать выбор, остановиться на одних, это очень тяжело, конечно, но в глаза мне бросились именно эти обои. Соответствует нашему стилю неоклассика, современной классики, да? И такой оттенок спокойный, ненавязчивый, как просила Гульбаршина Па, то есть спокойный. Да, вот без ярких, ярких вкраплений. И потом вот мне нравится, что перламутр такой прослеживается. Да? То есть, а знаете, кухня будет какая-то нарядная. Нарядная. Масштабы позволяют сделать кухню нарядной. Не обязательно же все время там принимать, допустим, свою семью или гостей. Ну, относительно небольшой круг в гостиной. Можно это делать в кухне, если кухня будет красивая, такая респектабельная, уютная, самое главное. Друзья мои, эти обои, может быть, сейчас вам показаться, что они просто светлые, но нет, они фактурные. И они очень хорошо переливаются. Мы сейчас вам более подробно покажем. В общем, Айнур, они будут у нас без декоров. То есть одни они. Да, одни декора, да? Наверное, все, декора. Все, я поняла. То есть это будет светлый фон на всех стенах. Все, договорились. И сейчас посмотрим, что же можно выбрать из освещения. Находясь в самом сердце Англии, вот уже более 40 лет компания Filson производит коллекции, отвечающие стремительно меняющимся потребностям мирового рынка обоев. Представляем вашему вниманию новую эксклюзивную коллекцию от Filson Sovereign. Добро пожаловать в мир классических, геометрических и флористических дизайнов в разнообразных колористиках.
Чистые линии, современные силуэты и мягкие текстуры выделены богатой, поистине королевской цветовой палитрой. Sovereign – сказочная и волшебная коллекция, сделанная в соответствии с высочайшим английским качеством и тонким британским стилем. Коллекция обоев Sovereign элегантны, немного строгие, но безумно очаровательные обои с блеском серебра и золота, с принтами, не позволяющими себе ничего лишнего, только то, что приемлет настоящий английский стиль. Дома будет все в ажуре, если купишь в абажуре. В новом салоне «Абажур» все для создания стильного и комфортного интерьера. Люстры, торшеры, мебель, камины – все как в лучших домах. И аристократично, и практично. Нужен уют? Бонжур, абажур. Проспект Алии Молдогуловой, 57Г. Рядом с гипермаркетом «Дина». Ну что ж, дорогие любители, ценители красивого интерьера, мы вместе с Айнур Раскельдиной выбираем тот самый неотъемлемый элемент в любом интерьере, который называется люстра. Потому что от люстры зависит много. Во-первых, это красота, да, это какое-то эстетическое предназначение. А во-вторых, это, конечно же, освещение, которого должно быть везде много. Да. Ты выбрала именно эту люстру. Да, я выбрала эту люстру, модель из закаленного стекла, сейчас очень популярна, да, кстати, да. И модель очень подходит под наш стиль, под неоклассику, да. И я так считаю, что эта люстра будет идеально сочетаться с нашими обоями. Обоями, мне да. тоже так кажется. Тем более она инкрустирована хрусталем и состоящая из никелированного металла. То есть все это вот так в одном месте, такая смесь получается гремучая, очень красивая. И я думаю, что будет смотреться воздушно, нежно, да? Потому что сама заказчица, она четко проговорила, что она хочет в своем интерьере. И Айнур для себя также четко решила, что это должно быть что-то вот такое вот, очень нежная, очень красивая, да? Обычно, когда комната большая, мы уже не стараемся ее визуально расширить, работаем над тем, что есть. Но здесь вот у Айнуры как-то внутреннее какое-то ощущение, что надо комнату еще больше сделать, еще воздушнее. И я думаю, что благодаря тому выбору, который есть в салоне света интерьера абажур, у нас все получится. Выбор люстры – сложный, кропотливый, но очень увлекательный процесс. Такое внимание к осветительным приборам объяснимо. От них зависит восприятие интерьера. Потолочный светильник выполняет в помещении ряд важных задач. Обеспечивает хорошее освещение, создает уютную обстановку, подчеркивает выбранную дизайнерскую концепцию. При всем разнообразии ассортимента многие покупатели останавливают свой выбор на белой люстре. Главное преимущество светильников – нейтральность цвета. Он прекрасно сочетается с любыми яркими оттенками. Белые осветительные приборы часто задействуют в интерьере, где доминируют насыщенные цвета. Кроме того, белые абажуры хорошо пропускают свет, комната становится светлой и уютной. Производители осветительной техники балуют современных покупателей широчайшим ассортиментом. Современные белые люстры оформляют в интерьере в разных стилях. Классические светильники всегда на гребне популярности. Найти люстру, подходящую именно под ваш интерьер, вы можете в салоне «Евросвет». Сейчас информация от нашего партнера, и очень скоро мы продолжим и представим вам готовую работу дизайнера Айнур Раскельдиной. Магазин «Керамир» предлагает прямые поставки керамической плитки и сантехники более 10 заводов стран СНГ. Основа технологии продаж «Керамир» заключается в комплексе услуг на всем пути ремонта от выбора до самого ремонта. Здесь вам предложат услуги профессионального дизайнера. В компании работает коллектив дизайнеров, который на основе пожеланий клиента создает дизайн-проект. В магазине «Керамир» работает прогрессивная система скидок, призывающая купить интерьер целиком.
То есть, если вы купите кафель, это будет справедливая рыночная цена. Если плюс к этому вы покупаете, например, ванну, на нее вы получаете существенную скидку. Покупаете мебель, скидка еще больше. Таким образом, если вы купите все из предложенного дизайна, вы получите согласованные между собой элементы дизайна и действительно очень серьезную экономию. Специалисты магазина «Керамира» оказывают услугу выезда на объект для осуществления замеров во избежание покупки неправильного количества кафеля и неверной конструкции сантехники. У вас есть возможность возврата плитки, которая не пригодилась в ремонте. Гарантия на все, что вы купите в магазине «Керамир» – 5 лет при условии соблюдения технического регламента на стадии ремонта. Как говорят сотрудники магазина «Керамир», у нас цены как у всех, а сервис тот, который характерен для продаж дорогих импортных материалов. Делайте ремонт с удовольствием и комфортом. Вам в помощь магазин «Керамир». Работа дизайнера интересная, но весьма трудоемкая. Айнур потрудилась над сегодняшней визуализацией и готова нам ее представить. Давайте посмотрим. Сегодня мы вместе с дизайнером Айнур Раскельдиной в загородном доме у нашей заказчицы Гульбаршина Мандыковны. Отделочные работы идут полным ходом в остальных комнатах. Скоро наступит очередь кухни. Витражное окно – одно из самых главных достопримечательностей комнаты. Оно визуально делает кухню еще больше и с эстетической стороны красиво. Гульбаршин попросила дизайнера не применять яркие, кричащие оттенки. Все должно быть уравновешено. Стол округлой формы, о котором мечтает наша заказчица, есть в проекте. Айнур для примера показала два мягких стула. В реале их, конечно, должно быть больше. Стены оклеены полностью обоями, за исключением кухонного фартука. Одежду для стен выбирали в салоне света интерьера «Абажур». Там огромный ассортимент на заказ. Мы решили остановиться на светлых обоях. В данном случае это коллекция «Sovereign» Великобритания. Они фактурные, с изящным переливом. Если нашей заказчице все-таки захочется внести яркие вкрапления, то смело можно использовать уютный декор, текстиль, картины. На полу керамическая плитка, она смотрится мягко и тепло. Ее мы с дизайнером Айнур Раскельдиной выбрали в салоне «Керамир», который находится в здании ИПУШ. Там же и присмотрели фартук. Кухонный гарнитур в стиле минимализм, верхние базы удлиненные, доходят до потолка. Такой подход очень удобен, в первую очередь не будет оседать пыль и копоть. Нижние базы выполнены в приятном сером цвете, как любят говорить дизайнеры, в интеллектуальном цвете. Приставка к гарнитуру, панели на стенах и двери повторяют текстуру дерева, что привнесет дополнительный уют комнате. Кухня получилась несколько строгая, но при этом мягкая за счет бежевого и древесного цветов. Кухня без лишних деталей – отличный вариант для целеустремленных и деловых людей. А наша заказчица Гульбаршин Амандыковна именно такая. За работу благодарим дизайнера Айнур Раскельдину. Дорогие друзья, если вам нужна наша помощь, обращайтесь, мы обязательно откликнемся и вам поможем. Все контакты указаны в нижней части вашего экрана. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Тепла и уюта вашему дому. Пока!